Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін біз алаңымызда Астана қаласының нөсер канализация жүйесін дамыту бағдарламасы жайында Астана қаласы әкімінің орынбасары Қосман Айтмұхаметов мырзамен бірге сөз қозғамақпыз. Добрый день, уважаемые журналисты. Тема сегодняшней пресс-конференции посвящена программе развития системы ливневой канализации города Астана. И более подробно об этом мы узнаем у заместителя акима города Астаны Космана Айтмұхаметова. Сонымен қатар тақырыбымызды толықтай тарқату мақсатымен баспасөз мәслихатымызға Астана қаласының отын энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Игорь Алексеев, Астана тазалық директоры Боранбай Болатбеков және Қазгидромет орталығының директорының міндетін атқарушысы Ардақ Калменова келіп отыр. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Сөз кезегі Қосман Қайыртайұлы, өзіңізге ұсынамыз. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, елордамыздың кәріз жүйелері туралы ағымдағы жағдайды қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі күні елорданың нөсерлі кәріз жүйелері оның тазарту объектілерінен 3 тоған жинақтаушынан 400 км астам магистралдық коллекторлар мен арық жүйелерінен тұрады. Суды жинақтау алаңы 12900 гектар құрайды. 2016 жылға дейін қалада 9 тазарту объектілері және 3 тоған жинақтаушы пайдалануында болды. Суды жинақтаудың жалпы алаңы 8700 гектар еді. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау барысында бағдарлама әзірленді. Жұмыстар бөлінген қаржыға сәйкес бекітілген кесте бойынша орындалуда. Уважаемые участники конференции, так, в 2016 году были завершены ранее начатые проблемные 4 очистных сооружения на пересечении проспекта Туран и улицы Улудала, по улице 31 в районе Манжилдык и по улице Сейфуллина в районе ПМК 6. Также реконструированные очистные сооружения в микрорайоне Коктал, площадь водозабора в 2016 году была увеличена на 4300 гектаров. В 2017 году начато строительство и завершено 3 очистных сооружений. Это по улице Бесекова. Площадь водозабора составляет 912 гектар. По проспекту Уран между улицами Жанибек, Кирея и Сыганак с переносом очистных площадки очистных сооружений. Площадь водозабора 1500 гектар. В жилом массиве пригородный. Также построен магистральный коллектор общей протяженностью 17 километров, предназначенный для сброса очищенных ливневых вод в реку Ишим. Площадь водозабора была увеличена на 2000 гектаров. Это позволило исключить подтопление левобережной части города, в том числе в период проведения Экспо-2017. В 2018 году планируется завершить строительство 2 очистных сооружений в районе шоссе Алаш, моста М2, а также строительство 2 магистральных коллекторов и реконструкцию 7 насосных станций. Площадь водозабора будет увеличена на 700 гектаров. Также начато строительство очистных сооружений в районе нового железнодорожного вокзала, в перспективном районе застройки поселка Тельмана и улицы Кудайберды-Улы. В результате реализации указанных мероприятий с 2016 года количество потенциальных участков подтопления в паводковый период снизилось с 37 до 27 участков. В 2019 году планируется завершить строительство 4 очистных сооружений, которые я перечислил ранее. Это в жилом массиве Ундрыс, в районе нового железнодорожного вокзала, в перспективном районе застройки Тельмана и по улице Кудайберды-Улы. Также будет начато строительство очистных сооружений в районе микрорайона Молодежный и реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Акбулак с завершением 2020 года. Реализация данных проектов позволит обеспечить беспрепятственный отвод ливневых стоков существующей и перспективной застройки города. В результате проведенной работы площадь водозабора будет увеличена до 19 тысяч кубометров. Однако в городе на сегодняшний день имеются несколько проблемных участков. Это большие скопления воды наблюдались на пересечении проспекта Мамушулы и улицы Тохпанова, на пересечении улиц Валиханова и Бараева, на пересечении проспекта Туран и улицы Улудала. По проспекту Мамушулы, как видно на схеме, огромная площадь водозабора у данных очистных сооружений
которая составляет порядка 2000 гектаров. Сбор ливневых стоков происходит с улицы Аблайхана, микрорайона Юго-Восток, левая и правая сторона, проспекта Тәуелсіздік, улицы Кошкарбаевы, Токманова. Существующий подводящий коллектор диаметром 1000 мм. На схеме видно, что качественным сооружением подходит три коллектора диаметром 1000 и 1200 мм. В этой связи в период ливня нами дополнительно были установлены перекачивающий насос мощностью 2000 кубов в час, помпа мощностью 350 кубов в час, а также привлечена специализированная техника ДЧС. При этом очистные сооружения функционировали бесперебойно. Нами завершается разработка проектно-сметной документации по данному объекту. Проектом предусмотрена реконструкция подводящего коллектора с увеличением диаметра в два раза с 1000 мм до 2000 мм и строительством дополнительных трех карт и модернизации насосного оборудования. Существующая мощность очистных сооружений составляет 8600 кубометров в сутки, будет увеличена до 21 тысячи. Второе. Подтопление на пересечении улиц Валиханова и Бараева. Отвод ливневых стоков предусмотрено в пруд-накопитель по улице Ташинова. Стоки поступают по коллекторам различного диаметра от 500 до 1200 мм, которые находятся на сегодняшний день в неудовлетворительном состоянии. Площадь водозабора составляет 1400 гектаров. По этому объекту также завершена разработка проектной сметной документации, находится в экспертизе. По проекту предусмотрена реконструкция 2 км подводящих коллекторов с увеличением диаметров и строительство новых подземных очистных сооружений за место пруда-накопителя. По подтоплению по проспекту Уран с пересечением улиц Улы-Дала были допущены ошибки при проектировании. Это неправильно было рассчитано, значит, площадь водозабора, и в результате были установлены насосы более низкой производительности. Планируется провести их модернизацию. На сегодня управление очистных сооружений находится в штатном управлении. Дополнительно в критические дни мы там устанавливали передвижные насосные станции подразделения МЧС. Также по этому объекту начата разработка проекта модернизации. Реализация начнется в 2019 году, завершением 2020 году. Согласно данным РГП «Казгидромет», за двое суток с 20 по 21 августа выпало 36 мм осадков на правом берегу и 45 мм на левом берегу, что на 40% выше месячной нормы. При этом система ливневой канализации функционировала бесперебойно. За сутки было принято стоков в объеме более 1 миллиона кубов или 45 тысяч кубов в час. На основных магистральных улицах скопление воды не было зафиксировано. Хотелось бы отметить, что осадки были неравномерными в различных районах. Так, с 8 утра 20 августа до 5 часов утра 21 августа наблюдались непрерывные осадки. В 17:30 20 августа прошел сильный залповый ливень, который завершился к 18 часам. В результате дождеприемники не успевали и были затоплены по улице Нажмеденова, Тәуелсіздік, Мамушулы. В течение 2 часов были ликвидированы участки подтопления по улице Нажмеденова, Тәуелсіздік. На пересечении улицы Мамушулы, Токпанова воду удалось раскачать к 5 утра. Несмотря на то, что 21 августа осадки продолжались, выпало 10 мм осадков на правом берегу и 13 мм на левом берегу, дополнительных подтоплений не было допущено. Специализированные предприятия и коммунальные службы в эти дни работали в круглосуточном режиме. Хотелось бы сегодня с площадки СЦК выразить им благодарность, извиниться перед населением города, что были такие моменты у нас, допущено подтопление, которые мы в течение 2-3 часов исправили, конечно, ситуацию, но факт остается фактом. Доклад окончен. Если у вас будут вопросы, я готов ответить.
Космон Кайртаевич, благодарим вас за подробное выступление. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Курметтер тестер, сұрақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Пожалуйста, первый вопрос. Добрый день, Лаура Монтаева, Казинформ. Как известно, Асет Исекешев на базе Астана Тазалых предложил создать новое предприятие, которое будет заниматься только вот ливневыми канализациями. И вот на основании этого предложения хотелось бы узнать, конкретно ли это предложение, вообще когда, действительно ли это будет создано предприятие, если да, то какой будет кадровый состав и сколько планируется из городского бюджета выделить средств на организацию данного предприятия. Спасибо. Предприятие «Астана-Тазалык» на сегодняшний день у нас существует, она работает, она занимается санитарной очисткой города, также она обслуживает сегодня текущую ситуацию по ливневой канализации и участвует в паводковый период по исключению каких-то нестандартных ситуаций. Да, Ситрунтай сегодня озвучил это предложение, так как «Астана-Тазалык» у нас стоит на приоритизации в 2018 году. Мы выходили с предложением правительства, чтобы исключить это предприятие с перечня приватизации, так как все равно у нас в Астане особые климатические условия, вы все знаете, зима суровая, и паводки бывают самые хорошие. Поэтому Асет Урнатаевич вышел сегодня с предложением еще раз, чтобы это предприятие исключить из числа приватизации. На сегодняшний день ливневую канализацию мы обслуживаем только текущую, по ливневой канализации обслуживаем текущую ситуацию, у нас нету тарифов. Из бюджета города выделяется порядка 560 миллионов тенге по четырем районам, которые в себя включают, это консервация, расконсервация зимний, осенний период самой ливневой канализации, текущее обслуживание, оплата за потребление электрической энергии и при необходимости замены фильтрующих элементов. Спасибо. Тағы сұрақ болама, пожалуйста. Первый канал Евразия, Камрал Жабаева. Можете, пожалуйста, уточнить касательно суммы? Да, вот вы написали, что в 2018 году завершится работа по очистным сооружениям, коллекторам и реконструкции насосных станций. В 2016 году было выделено 7 миллиардов тенге на то, чтобы довести до ума, да, ливневой канализации. Скажите, сейчас сколько, какая сумма уже была затрачена из той, которую планировали, и выделяли ли дополнительные средства? Если да, то на строительство скольких таких объектов? Сумма. Ну, как я в своем докладе сказал, значит, да, в 2016 году мы завершили, достроили ранее начатые проблемные. Ну, почему проблемные? Потому что они были начаты в 2010-х, в 2011-х годах, какие-то раньше еще, но они не были реализованы. На очистных сооружениях, которые строили по улице 27, подрядчик обанкротился, и мы сделали корректировку, и без увеличения сметной стоимости мы завершили строительство четырех объектов, которые будем называть долгостроями. Эти деньги были в тот же год освоены. Сначала вот за три года выделено с бюджета около 18 миллиардов тенге. Вот то, что вы озвучили, 7 миллиардов, это в 2016 году. Около 7 миллиардов было выделено в 2017 году. На них мы построили, начали и построили три очистных сооружения и коллектор 17 километров диаметром там от 800 до 1600, который сбрасывает поступающие стоки с очистных сооружений, уже очищенных вот в реку Ишим. И на этот год у нас выделено 4 миллиарда 700 миллионов тенге, которые осваиваются по графику. Спасибо. Есть еще вопросы? Добрый день, Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство «Казинформ». Хотелось бы узнать, куда обращаться гражданам в случае причинения ущерба имуществу либо недвижимости. И второе. Расскажите о работе штаба быстрого реагирования. Как он работал в первые часы устранения этой ситуации? Спасибо. Спасибо за вопрос. Гражданам мы везде на сайтах акиматах везде у нас есть. У нас есть служба 109 Айкомек, которые граждане могут обращаться и обращаются при каких-то нештатных ситуациях. У нас, как вы заметили, существует штаб, созданный, утвержденный акимом города по противодействию паводковым ситуациям, по ЧС. Мы в этот
именно 20-го, 21-го специально штаб не собирали, но все службы, как я говорил, акимы районов, я сам были на объектах, корректировали то, что вот по Акбулак, когда по... вообще ситуация была с 8 утра 20 августа пошел дождь. Он шел непрерывно до 5 утра. Ситуация была стабильная. 17:30 произошел залповый такой штормовой ливень, который, ну, я не могу сказать, что не ожидали мы, но который залпом произошло большое скопление воды, и в этот момент нам пришлось корректировать. У нас в Астана Суарнас есть большой стационарный насос, 2000 кубов в сутки производительностью. Мы привезли его, установили, вызвали с МЧС передвижную насосную станцию. Она где-то порядка 120 кубов в час качает. За счет принятых мер мы к утру практически все скопление воды, которое было на пересечении Момышлы и Токпанова, ликвидировали. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Добрый день. Асхат Ниязов, Хабар 24. Мы услышали о проделанной работе. Мы видели на улицах технику. Да, вы работали все эти сутки, когда шел дождь. При этом у меня вопрос. Вот вы сами говорите, на Туране вы проанализировали ситуацию, там были ошибки, да, какая-то произошла при расчетах, и там затопило. Но вот, например, улица Мамушилы. Каждый год топит эту улицу в этом месте. Каждый год. Вы наверняка знаете, там Казгидромет не даст соврать, что ну, каждое лето у нас бывают такие ливни очень сильные. Что с Мамушилы не так? То есть что нужно сделать и почему, в чем причина, что каждый год одно и то же место топит? То есть мы не можем понять. Вы же знаете, что каждый год есть ливень. Вы знаете, что это проблемное место. В чем проблема? Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, я и в своем докладе отметил. Мы знаем эту проблему. И, как я говорил, здесь схему вам видно. Хотели схему показать. Мы слайды привезли специально. На Акбулак площадь водозабора этих очистных сооружений около 2000 гектаров. Вода собирается, если город хорошо знаете, от проспекта Аблайхана. Это проспект Аблайхана полностью. Юго-восток, левая, правая сторона, Кошкарбаева, Таусиздык, Токпанова и все улицы вот, Жумабаева, которые в этом районе находятся. Вот здесь на схеме вот на, мы можем после СЦК вам показать. Три коллектора диаметром 1000 миллиметров с трех районов Саблайхана, Таусиздык, Жумабаева приходят, и перед очистными у нас есть камера. С этой камеры до очистных у нас коллектор лежит 1000 миллиметров. Вот когда сильный, обильный вот, залповый ливень произошел, в три полных трубы метровых пришло, и через тыщевку одну трубу диаметром 1000 миллиметров, это метр, поступало на очистные сооружения. Вот это самая большая проблема. Вот то, что мы озвучили, я Свет Урнитай сегодня озвучил, мы произвели корректировку проекта, уже на экспертизе проект. Я думаю, что где-то в ноябре получим с экспертизы проект. До начала, на следующий год, 2019 год, мы заменим этот коллектор и, думаю, эту проблему снимем. Спасибо. Уважаемые коллеги, пожалуйста. А можно уточнить? Вот не совсем понятно из вашего ответа, что с Мамушилы в итоге. Мы не услышали ответ. Там, получается, тоже ошибки были про проектирование, да, или что? В чем причина и почему нельзя было в первый год, то есть когда первый год затопило, сразу все это спроектировать по-нормальному? Можно конкретный ответ? Спасибо. Первый год. Мы в первый год, вот, когда в 2016 году первое или второе подтопление было, мы провели телеинспекцию полностью по подтопляемым местам, определили узкое место, начали разрабатывать проектно-сметную документацию. В проектно-сметную документацию входит не только увеличение коллектора, которые от камеры принимающей и до очистных сооружений, но и реконструкция самой очистных станций будет увеличена, на сегодняшний день там 5 камер приема воды, будет увеличена до 8. Так как там стесненные условия, мы эти очистные сооружения будем поднимать, и необходимо было согласовать фасад и все
градостроительные моменты с архитектурой, с другими службами. Вот на это ушло у нас больше года, пока мы разработали и рассчитали все расчеты по коллектору и по очистным сооружениям. Спасибо. Проектно-сметная документация не разрабатывается. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос, коллеги. В следующем году мы проведем реконструкцию там. Уважаемые коллеги, давайте соблюдать порядок и следовать очереди. Пожалуйста, следующий. Азамат Сыздыкбаев, Казинформ. Кусман Кардаевич, вот вы рассказали об ошибках, да, о проводимой работе и так далее. Все-таки, когда Астана перестанет превращаться в Венецию, да, вот приблизительные сроки можете назвать? Второй вопрос. Многие автолюбители жалуются на то, что после потопления как бы были испорчены двигатели. Кто будет нести ответственность за это? Ну и третий, как бы, сколько вообще официальных жалоб поступило вот, на испорченные автомашины, двигатели и прочее имущество? Спасибо. По испорченным машинам у меня данных нету, я извиняюсь сама. Мне, по крайней мере, не докладывали. По то, что вы задали вопрос по Мамушилы, вот то, что водители жалуются, это мы сразу там поставили предупредительные знаки, закрыли и постарались не пропускать в эту зону автомашины и создали для них специально, дали объявление. А? Уважаемые коллеги, просьба задавать вопрос с места, потому что вас не слышно. Пожалуйста, микрофон. То есть виноваты сами автолюбители, да, никто им восстанавливать не будет, да, получается, если повредился двигатель или что-то еще? Мы сразу поставили ограждение, выставили пост у ДПС стола и показали, как объезжать. Для маршрутных автобусов тоже сразу в газету были даны, что изменение маршрутов, что улица в связи с подтоплением закрыта. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Здравствуйте. Инга Селезнева, Казправда КЗ. У меня такой вопрос. Сегодня утром на заседании правительства премьер-министр поручил как можно скорее разобраться с этими тремя проблемными участками и провести очищение водостоков. Какие будут меры предприниматься именно скорейшие? И что вообще планируется сделать в ближайшее время? После каждого дождя, когда у нас есть время, у нас по очистке магистральных коллекторов, внутриквартальных коллекторов проводится работа постоянно, на постоянной основе. И весной, и между дождями, и после дождей. Это все фиксируется, есть журналы производства работ. Это все находится на контроле. По поручению премьер-министра Бахтияра Абдировича, который он сегодня озвучил на заседании правительства, как еще раз повторюсь, проектно-сметная документация по Акбулак готова на следующий год. К концу года Асет Нуртаевич поставил задачу завершить реконструкцию очистных сооружений Акбулак и строительство коллектора. По Бараево-Валиханово мы также завершили разработку проектно-сметной документации, заходим на экспертизу. На следующий год будем закладывать в бюджете, в пятилетнем плане уже есть, который также сегодня Бахтияр Абдирович озвучил. Этот объект есть, мы начнем реконструкцию самого пруда-накопителя, будет подземные очистные сооружения построены и два коллектора, подводящих коллекторов с улицы Бараева, и часть будем захватывать с проспекта Республики. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за активное участие. Құрметті қонақтар, сіздерге де алғысымызды білдіреміз. Осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.